Привет, друзья, с вами компания Aquaflor. Как вы знаете, мы умеем не только заниматься сбором хейта, но и радовать вас хорошими новостями. Вот сегодня у нас большая, хорошая новость. Сегодня мы в Москве с нашим партнером, компанией Паркет Деко, открываем первый на юге Москвы, второй с компанией Паркет Деко, очередной красивый. Мы уже сбились со счета какой, но на самом деле 18-й монобрендовый салон напольных покрытий Aquaflor. Сегодня здесь все. Сегодня здесь генеральный директор Aquaflor Дмитрий Сербин. Здравствуйте. Сегодня здесь генеральный директор Паркет Деко Николай Надосев. И я, скромный ненавистник SPC. Предоставляем почетное слово Дмитрию Сербину. Здравствуйте всем. Здравствуйте, коллеги, Николай. Спасибо огромное Николаю. Спасибо компании Паркет Деко за эту большую работу. Я еще раз не устаю говорить спасибо за то, что в нас поверил Николай. В свое время ты приехал к нам в офис, убедил в сотрудничестве с нами. Мы немножко, ну, так как доступ к телу ограничен, мы многим отказываем. Да, это так. Мы многим сейчас отказываем недостойным. В свое время Николай нас настолько убедил, что у него большой опыт работы на польных покрытиях. С Аквафлором он стартанул очень сильно, очень быстро. Мы остались довольны. Потом мы убедили Николая в открытии монобренда. Да так убедили, что вот Николай сейчас отважился и открыл второй монобренд. Аквафлор. Аквафлор, второй магазин, это стратегически важный для нас магазин, который расположен в стратегически очень известном месте Москвы, Каширский двор 1. Адрес подскажи. Каширское шоссе, дом 19, корпус 1. Да, это намоленное место всей отделочной тусовки Москвы, его очень все знают, поэтому Николай очень вовремя пришел сюда и вот открыл. Мы надеемся, что у него все получится. Скажи, Николай, ты вообще доволен первым опытом, вторым, планируешь ли дальше как-то? Дмитрий, мы, конечно, довольны нашим проектом. После открытия первого магазина мы его быстро окупили, вышли на рентабельность. На сегодняшний день мы открыли второй магазин. Опять же, повторюсь, это по адресу Каширское шоссе, дом 19, корпус 1. Павильон у нас 2D127. Второй этаж. Направо от эскалатора. Если вдруг кому-то нужно напольное покрытие, мы всегда рады вас видеть, мы всегда вас ждем. Ну и в целом по развитию комплекса Москвы мы знаем, стратегии понятно. В дальнейшем мы пойдем также с открытием монобрендовых магазинов по Москве. И мы надеемся, мы тебя поддержим, тебя, твою команду, поддержим себя, поддержим всех наших партнеров, которые верят в нас, или будущих партнеров, которые нас не знают, которые захотят нас узнать, которые поверят в нас, и мы во всем их поддержим. Мы готовимся сейчас, пользуясь случаем, приглашаю посетить наш не стенд, а наш зал во время выставки Мосбилд. Будут интересные новинки, будут интересные встречи, будет отдельно у нас встреча с владельцами монобрендов, чтобы поделиться опытом. И вы увидите то, что, может, не все видно, Aquaflor вас не разочарует. И будущие партнеры, будущие клиенты, которые смотрят, может, и с опаской на сотрудничество, давайте посмотрим, давайте рискнем, и у нас все получится, потому что вы попадете в успешный проект, к успешным людям. Мы же успешные все, правильно? Вот, поэтому все у нас получится. Всего вам доброго, и надеемся, наш проект разовьется. Давайте, Коля, тебя с первым, вторым. Спасибо большое. Нас Бог будет первый, третий, первый, четвертый. Первый. Ты всегда первый. Юбилейный десятый. Спасибо, всегда спасибо первый. Большое. Сегодня без ленточек и идем на экскурсию. Первые находят первых.